всех на моем канале Политвор RC, и сегодня тест-драйв очень-очень-очень интересный, потому что тачки очень должны быть похожи. Это Element RC Trail Runner 4x4, передняя независимая подвеска EFC и всем известный Axial SCX-10 на обычных мостах. Погнали, попробуем, потестим и в конце, конечно. Много нашел все-таки зелененькой травы осенью. Давайте, погнали. Молодец, спокойно заезжает. Давай. Спокойно, конечно, проехал. Давайте, ребят, заснимем поближе, что он может. Давай, давай, давай. Здесь нужно развернуться, чтобы показать свою силу. Молодец, никаких проблем. Element RC с этим. Тоже никаких проблем, как вы сами видели, это не препятствие. Спокойно, аксиал, как всегда, проезжает мимо. Никаких вообще проблем. Давайте для копийности подвески посмотрим, на что же способен SCX-10-2. Давай, давай, давай. Молодец, помесим немного глину. Давай, давай, заезжаем. Уперся бампером, дает. Даем газку и едем все равно дальше. Тоже, ребят, никаких вообще проблем. Видите, как работает подвеска. Работает она просто отменно. И все здесь может быть огромные проблемы. Давай посмотрим. Всегда колеса выравниваем и... Нет, не садись, только не садись. Все, пожалуйста. Сел по рогам, колеса свисают, ну и все. На это препятствие, чтобы аксиал второе поколение увидел, на что способен. Ребят, вы сами все видели еще раз. Element RC может все-таки заехать даже после забитой резины. Спокойно, Element RC. Ну, я готов заезжать. Наш SCX-10. И причем, ребят, заметьте, вы знаете, да, что сейчас аккумулятор можно поставить спереди на аксе, и он именно там спереди стоит. То есть, кто скажет о том, что аккумулятор сзади, ребят, нет! Давай. Давай заедем, Акс. Ты должен это сделать. Цепляйся. Ну, 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 молодец. Все, беру все свои слова обратно. И аксиал второе поколение ты тоже смог сделать. Только давай, не надо падать. Спокойно спускаемся и едем. Молодец. Я, конечно, удивлю аксиала. Не упасть. Тоже молодец. Очень легко.
Очень легко заехал, молодец. В этом препятствии в прошлый раз эндуро победил. Да, давай. Так вот немножко колесо ему дадим, чтобы... Нет, не падай. Очень хороший развесок у обоих автомобилей. Ну что, ребят, добавить нечего. Очень классные внедорожники. Своих денег точно стоит. 400 баксов почти, или 409 он уже стоит, и 419. Ну, тут нужно, конечно, смотреть. Потому что вот там, далеко-далеко, может быть, увидите, есть за 500 баксов уже порталы. Но центр тяжести 100% совершенно разный, потому что на порталах тачка выше, ведет себя по-другому, есть опрокидывание, но нужно сравнение вот этой техники с TRX-ом. И посмотрим, как он себя ведет, потому что когда мы сравнивали его с Саксом, TRX себя вел очень даже неплохо, и Axial держался с ним наравне. Поэтому, ребят, делайте выбор вам. Мне передняя независимая подвеска очень зашла, потому что очень своеобразное управление. Здесь вы прям научитесь на нем ездить. А вот здесь вам нечего просто даже как бы переживать. Просто газ надавили и погнали. Ну, конечно же, в статике потом все тачки я расскажу, плюсы и минусы каждого аппарата. Но сейчас делать нечего, ребят. Выбирать вам. Еще раз спасибо, кто смотрит мой канал, подписывается, ставит лайки, комментирует. Спасибо за внимание, не забудь подписаться. И пока-пока.